Маргарита Александровна, очень подагра, волнуюсь, да. ковид, современные аспекты диагностики. Там вопросы были по подагре, но вы, соответственно... Да, я думаю, что мы ответим Да. чуть позже. Меня слышно, думаю, все хорошо, что, да, как отлично. К сожалению, я сегодня без Владимира Викторовича Цурко, да, буду сегодня... соображу, где я жду, но нет. Да, спасибо, это дисклеймер сегодняшней моей лекции. И опять подождем. Да, наверное, какое-то время. Что хотела представить? Это глобальный ревматологический альянс. Все, что есть по нашим ревматологическим больным, собрано в одну общую базу данных. К сожалению, ничего страшного. Есть такое ограничение, что просьба, конечно, к врачам всех специальностей вносить туда тех пациентов, которые страдают ревматологическими заболеваниями, для того, чтобы этот альянс пополнялся. Что имеется на настоящий момент? Ну, всего видим, что 2500 пациентов, в основном составили женщины, и вот видим возраст от 18 до 64 лет, то есть это молодые и среднего возраста. Если мы смотрим топ заболеваний, конечно же, первое место – это больные с ревматоидным артритом. Ну, тут как бы нечего даже обсуждать, это основная наша патология, которую мы видим. Больные подагры всего 3%. Если мы посчитаем вот от этого числа 2500, то это получится где-то 76 больных. И на официальном твиттере ответственного человека заведения этого альянса Филиппа Робинса, он опубликовал совершенно недавно данные, что сейчас стало 84 пациента с подагрой. Их очень мало. Если я говорю... вообще в ревматологических центрах встречались ли больные, когда-либо они госпитализировались, в сопутствующих заболеваниях найти подагру очень сложно. То есть лично по своему опыту не пишут. Максимум это первая, да, вирусная инфекция, осложнение, чем протекает, а сопутствующих патологий практически нет в выписках. И только те больные, которые наблюдаются непосредственно с подагрой у тебя, они звонят и рассказывают про те патологии, что там у них случилось, как их лечили. Поэтому, к сожалению, очень мало данных по этому поводу. Сейчас переключится. Все можно найти на официальном сайте. Внизу, да, приложила ссылку, где ведется этот регистр, где можно почитать всю информацию. Но пока нет, пока у нас, да, не переключается слайд. Убежал от нас, да? Есть. Что нового было доложено на вот, Европейской лиге ревматологов ЮЛАР, который проводился, он проводился также дистанционно, но что, на что хочется обратить внимание и сделать такие акценты. Очень мало мы говорим про генетику, вообще про гиперлейкемию и про подагру. Если мы вообще зададим вопрос, делается генетика у нас в России, в Москве, одна единственная лаборатория, которая, в общем-то, дает очень скудные какие-то результаты, поэтому, собственно, сказать про свои какие-то наработки или базу данных, ну, практически нет никаких данных по этому поводу. В то время, да, в 2020, в октябре 2019 года мы видим огромное полногеномное исследование, которое проводилось в Соединенных Штатах Америки, где про 500 000 человек, у которых посмотрели 147 новых локусов. Самое важное, с чем это связано, то, что они обладают плеотропностью. Если мы расцениваем его как генетической корреляции, мы смотрим с различными кардиометаболическими заболеваниями. Для чего мы это рассматриваем? Чтобы можно было как-то найти какие-то сопутствующие связи с какими вообще заболеваниями различных органов физиологических систем связана гиперурикемия. Очень много мы говорим про ее многофункциональность, но пока у нас опять не переключается слайд. Может быть... И мы с запозданием, да, нет? Я стараюсь, но почему-то у нас это не успевает все.
Да, все это пройти и сделать. И, если честно, пока не очень это получается, может быть. Да, вообще пока трудно. Может быть, я тогда буду. Да, я проскочила, значит, один слайд, он проскочился. Да. Вот, возвращаемся мы к генам гиперуркемии и связанные с ними морфологическими системами. Сейчас мы вернемся. Просто хочу сделать акцент о том, что есть и респираторная система. Кроме сердечно-сосудистой, о желудочно-кишечном тракте мы говорим. Появляются у нас эндокринные, кровеносно-иммунные, костно-мышечные, нервная система. Вот у нас получается респираторная и мочевыделительная. Что мы видим по связи? Переключили, да, что можно, даже построена шкала генетического риска для развития подагры. И если мы оцениваем вот на три кривые, если первое это отношение шансов, мы смотрим в зависимости от уровней там, мочевой кислоты и его генетических предрасположенностей, то мы видим по демографическому признаку пол, возраст, генетическую предрасположенность и комбинированные кривые. То мы можем сказать, что в общем по чувствительности до 84%, а по специфичности 68% где-то это будет составлять, что можно рассчитать риски развития того, что есть. И поэтому как бы можно такую гипотезу, Владимир Викторович сформулировал ее, да, с авторскими репликами, она вывешена у него на самом деле на странице Фейсбука, и он активно призывает к ее обсуждению, поэтому можно уже как бы вступать непосредственно с ним в дискуссию. Первое, о чем говорилось, о том, что, конечно же, на поверхности вируса есть огромное количество рецепторов, поэтому он активно взаимодействует с наиболее активными клетками. Что, опять же, возвращаемся к вопросу, что основная выбранная клетка-мишень будет у нас являться эритроцитом, ну, тут непосредственно с гемоглобином. И в зависимости от того, как он будет его разрушать и превращать либо в своего, да, там, мишени или помощника. Самое важное, мы говорим о том, что приводит к распаду эритроцитов и к освобождению пуринов, что, собственно, и будет вести к увеличению гиперуркемии и повышению полумочевой кислоты. И возвращается к вопросу о том, что в области стыковки эндотелиальных клеток, вот и альвеола, будет провоцироваться васкулит, что неоднократно уже говорила, что лежит, может, в основе быть основных процессов, связанных с ковидом. Переключила, но пока не переключается. Да, так. Есть? В чем стоит дальше вопрос? Вообще Владимир Викторович выступает за то, что любая огромная филогенетически старая молекула мочевой кислоты, она по себе должна блокировать все рецепторы с вирусом. И это будет основываться, например, на развитии резистентности при лекарственных средствах, тогда как при артериальной гипертензии. Очень сложно подобрать терапию, и в этом отчасти виновата гиперуркемия. Если мы будем возвращаться к распаду легочной ткани, то это также будет приводить к гиперуркемии, которая будет стимулировать развитие эфиофиброза. Поэтому, кроме того, что есть развитие изменений по легочной ткани, у нас еще есть кожный и органный васкулит. Это то, что можно было предположительно, гипотетически связать с подагрой. К сожалению, данных и обсуждений в литературе и в мировом сообществе практически нет. То есть вообще больных подагры их не выделяют, их не связывают с этим и как-то минимально относятся к ним с вниманием. Что у нас по самым частым симптомам COVID? Обратно. Сейчас я вернусь. Мы уже сегодня на самом деле говорили о них, поэтому здесь из таких интересных это то, что, опять же, у нас практически никто не пишет и не говорит об этих случаях. Вот у детей это боли в животе и кардиологии, конъюнктивит также очень мало, и апатия и сонливость у пожилых. Все остальное уже было сегодня перечислено, там, да, головная боль, боль в горле, потеря обоняния, вкусовых ощущений. И как самые тяжелые, да, с нарушением речи и двигательных функций. Что мы можем соотнести с ревматологическими заболеваниями, как бы чтобы это проходило какая-то у нас новая параллель. Но это артралгия и миалгия, да, что обычно свойственно для любых вирусных заболеваний. Мы видим цитопенический синдром с развитием лейкопении, лимфопении, тромбоцитопении. Кроме того, у нас острая интерстициальная пневмония с
развивается миокардит. Кроме того, есть вторичный там, лимфогистиоцитоз, например, с цитокиновым штормом и повышенный риск венозных тромбоэмболий. Применительно к подагре ближе таких новых симптомов, которые продолжают у нас обнаруживаться, это ковидные пальцы, которые встречаются у молодых, преимущественно молодых пациентов. Они будут асимметричные, сами по себе будут выглядеть пурпурными на руках или ногах, иногда бывают зудящими и жгучими. Что самое такое интересное, что они проходят самостоятельно через 2 недели без лечения. Но новая такая симптоматика, которая, к сожалению, продолжает обнаруживаться. Какие цели и какие взгляды ревматологов на COVID-19? Новая публикация 2020 года в апреле. Она также вышла, когда рассматриваются возможные препараты. Конечно же, нужно обсуждать их на разных этапах, какая роль у них будет оцениваться в будущем. Самым интересным для нас со стороны именно подагры, вот это вот является препарат, я его выделила красным цветом, фавипиравир. Он использовался в Японии для лечения вот как раз гриппа H1N1. И какие были даны публикации по этому поводу, что на фоне приема этого препарата он повышает уровень мочевой кислоты. Вообще, как он выглядит, если мы сравним его, то как бы вот он близок у нас по своему строению к пуриновой и нуклеиновой кислоте, и сам весь его процесс метаболизма, когда он образует форму фавипиравир М1. Она сами по себе препятствует, она препятствует выводу мочевой кислоты из клетки, и при этом она стимулирует обратный захват с помощью вот этого РАТ1, он обратно еще и захватывается. Таким образом, клетка, получается, она начинает накапливать мочевую кислоту. И опять же к тому, что почему эти случаи не описываются, а описываются за рубежом, вот эти единичные, они сразу быстро публикуются. Сейчас переключится, и увидим и больного, наверное, да, у которого на фоне приема данного препарата развился острый приступ подагрического артрита. Больному 42 года, в течение 7 лет он страдает подагрой, периодически принимает терапию для лечения подагры. На фоне развития инфекции в больнице он не принимал препараты, так как госпитализировался, у него не было этих лекарств. И при 14 дней им проводили курсы с помощью лечения фавипиравира, и на 14 день у него развился острый подагрический артрит с повышением уровня мочевой кислоты. К сожалению, у нас, да, вот таких случаев мы не видим и не описываем, и в лечении у нас тоже этого не применяется. Да, посмотрим, что у нас. Да. Что вообще следует знать пациентам, если есть подагра и коронавирусные инфекции, как правильно управлять этим риском? Самое важное, чтобы больной вообще просто понимал получал полную информацию о своей болезни и о наличии эффективных методов инфекции. К сожалению, лечение. К сожалению, вот если мы смотрим по опросам, то даже пациенты, у которых есть диагноз подагры, они не знают о том, что у них есть подагра. Поэтому как бы призывать к тому, чтобы они занимались своим здоровьем и лечением, конечно, очень сложно. Как всегда стоит вопрос о диете и рекомендациях по диете. Чаще всего больные, они просто выпрашивают те или иные пищу, когда приходят на прием к доктору, потому что очень трудно отказаться, так скажем, от того, что уже годами ты принимаешь и совершенно не хочешь менять свой образ жизни. Внизу дана ссылка на нашу статью, которую с Владимиром Викторовичем мы опубликовали по подходу к питанию у больных. И понятно, что мы ограничиваем, резко мы никто не исключает из питания основных тех продуктов, но должны быть какие-то свои четкие рекомендации по этому поводу. И возвращаемся мы к тому, что, конечно же, это системный процесс. К сожалению, у нас есть много сопутствующих коморбидных патологий, на которые мы тоже
должны совместно лечить, заниматься коррекцией, чтобы у нас не приводили дополнительные факторы риска к развитию гиперурикемии. Что у нас есть из основных наших препаратов? К сожалению, нового ничего у нас не появилось, и на конгрессе ревматологов тоже не говорили о том, что сейчас ведутся исследования по там, разработке новых лекарственных препаратов, но ничего нового мы не увидим. Значит, на первом месте, да, мы смотрим ингибитор оксантин оксидаза, аллопуринол, фибуксостат. Дальше идут у нас урикозурические средства, которые, к сожалению, нам практически недоступны, пробеницид, бензобарбарон или зенурат, и пеглотиказа. Сейчас уже новые исследования пеглотиказа и метотрексата для лечения тяжелых случаев подагры появляются. Но это последние такие новые публикации. Что мы видим, да? Что основные наши препараты, вот они влияют у нас на оксантин оксидазу, поэтому в свете наших последних рекомендаций мы рассматриваем их при лечении. Вот трое больных у меня было с подагрой и ковидной инфекцией, ни у кого не было обострения во время ковидной инфекции, и все они принимали свою гиперурикемическую терапию, не прекращая как бы ни приступов подагры, ни каких-то изменений у них ничего не обнаружилось. Единственное, что уровень мочевой кислоты был ниже, чем обычно, даже на фоне приема лекарственных препаратов. Сравнили рекомендации, которые были даны по лечению. Почему важно, считаю, для терапевтов, чтобы рассмотрели о том, что бессимптомную гиперурикемию мы не лечим. Это очень дискутабельно. Я знаю, что обычно поступает много вопросов, а как же, что с этим делать? Но по всем рекомендациям, вот сколько они даны, европейская, британцы, значит, наша ассоциация ревматологов России, потом Франция, 2020 год, и американцы. Вот все рекомендации по поводу бессимптомной гиперурикемии. Если нет приступов подагры, то уратснижающая терапия, она не рассматривается, она не рекомендована. Если нам нужен хотя бы один приступ для того, чтобы мы могли назначить уратснижающую терапию. Поэтому, опять же, срез всех рекомендаций мы видим, если ни одного приступа, нет тофусов, даже если при этом есть мочекаменная болезнь, то уратснижающая терапия не назначается только при наличии одного из приступов. Дальше самым частым вопросом, это, конечно же, является патология почек и назначение лекарства при патологии почек. Также такой же срез из пяти. Мы видим, что если нормальная функция, у нас препаратом первой линии стоит всегда аллопуринол. Он четко занимает свою позицию, и мы рассматриваем его при назначении как первой стартовой терапии. Даже при этом, если у нас подагра, и у нас есть сниженная функция, аллопуринол все равно назначается. Будет стараться доза, будет она меняться, но он также есть. Никто не говорит про фибуксостат, конечно. Он также используется при лечении у больных со сниженной скоростью клубочковой фильтрации. И отдельно он является, да, как по прямым показаниям, что это препарат второго ряда, когда невозможно достичь целевых значений мочевой кислоты. Также у французов она написана как подагра со сниженной функцией почек. Ну, как бы вот в американской коллегии ревматолога, к сожалению, четких рекомендаций не было по этому поводу дано. И всегда, конечно же, стоит вопрос, если случается острый подагрический артрит, что мы делаем с лекарственными препаратами. Мы говорим о том, что мы их стараемся не отменять, мы делаем как бы шаг назад, мы уменьшаем дозу, но препарат у нас, если больной принимал до этого уратснижающую терапию, то он остается. Если у него было лечение, то мы не отменяем ни аллопуринол, ни фибуксостат. Мы уменьшаем дозировку, но препарат мы не отменяем. Что за исследование привела? В Китае, да, была оценена приверженность к уратснижающей терапии. К сожалению, я не думаю, что в России она будет как-то меняться, но она очень маленькая. Она всего в обычные периоды составляла 9,6%. Та же самая клиника, тот же состав берут и проводят это исследование как бы уже во время вспышки ковид. Оцениваются 99 пациентов, берутся они в разрезе и смотрятся. Вот эта первая публикация была 2017 года, а вот последняя 2020. И смотрят, как улучшилась приверженность у пациентов во время пандемии. Мы видим, что она возросла, но 22,4%. То есть как бы настолько маленькие цифры, ну,
выросла, конечно, но это просто очень жалко, что у нас, к сожалению, наши больные этого не придерживаются. Если мы сравниваем, какой вопрос задавался? Считаете ли вы, что вы больше подвержены заболеванию COVID? У больных спрашивали, да, то мы видим, что, в общем-то, они не оценивали низкие показатели тревоги и депрессии, они не считали, что они будут больше подвержены, чем любая другая категория ревматологических больных. Но как бы не влияло на то, что они были более привержены к приему урат снижающих препаратов, к сожалению, нет. Что мы говорим по поводу аллопуринола? Всегда мы начинаем с маленькой низкой дозировки и титруем ее, начинаем мы со 100 мг и постепенно до достижения целевого уровня мочевой кислоты титруем дозу. Максимальная поддерживающая у нас получается 800 миллиграмм, разовая 300, ну, суточная может подниматься до 800. При обострении у нас либо нестероидный противовоспалительный, либо колхицин. И написала о том, что можно уменьшить дозу аллопуринола. Ну, то есть это также будет относиться к фибрилсостату. И, конечно же, при почечной и печёночной недостаточной доза снижается. При этом мы титруем и обязательно смотрим на уровень мочевой кислоты. Большой – плохо, и маленький – тоже плохо. Поэтому в долгосрочной перспективе мы должны оценивать, опять же, все влияние как и на большие, так и на низкие уровни мочевой кислоты. Да, ждем, наверное, сейчас у нас опять следующее переключение будет. Там будут, на самом деле, дозировки. Я написала, как аллопуринол должен титроваться в зависимости от уровня скорости клубочковой фильтрации. Да, пропало у нас. Нет, там слайд тоже с текстом, да? Не переключилась. Да, там табличка, там как и титруется аллопуринол, в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Вот. Да, все будет зависеть по его дозировке. Какая у нас будет скорость, так и будет, собственно, меняться стартовая доза в зависимости от того, что есть. Сейчас будем пробовать. Не знаю, как пойдет на этот раз. Я нажала, но пока нет. Да, может быть, он переключился. Самые частые причины по отмене аллопуринола, конечно же, невозможность. Ищет, прослушала все. Нет, у меня, к сожалению, не длинные, но. Но. Каши мало ели, сегодня без поддержки еды, поэтому, видимо, кнопки у меня не нажимаются. Но мы возвращаемся к причинам отмены и смены препарата. Во-первых, да, что не можем достичь целевого уровня мочевой кислоты. Во-вторых, то, что у нас чаще всего бывают тяжелые побочные реакции. Это будет вот связано с развитием такой повышенной чувствительности. И не можем мы предотвратить риск развития нежелательных эффектов с почечной недостаточностью, поэтому приходится заменять их на фоне коморбидной патологии и лечению диуретиками. Также вместе можно, да, следующий, поэтому. Нет? Мне кажется, эта указка не работает, они длинные ногти. Дальше просто сравнение, Аллопурин. Мы меняем. Ну вот она сегодня решила, да, показать все, что она может. Мы меняем, да, с чем мы будем сравнивать. С фибуксостатом и аллопуринолом, почему выбираем его? Потому что он селективный ингибитор ксантиноксидазы. И он, кроме того, что не само по себе не пуриновое соединение, он при этом ингибирует окислительные и восстановленные формы. И в чем его преимущество, что он выводится, да, не только почками, но у нас еще есть и печень. Поэтому если у нас есть проблемы по выведению, да, там тяжелая будет мочекаменная болезнь или то, что приводит к снижению функции почек, то у нас есть печень, то, что через что будет у нас выводиться. Да, можно следующий. Отсюда работает? Нет? Нет. Это не я. Все время говорят, главное не попасть в процент, да? Я тот лектор, да, который попадает в непереключение всего. Мы возвращаемся к вопросу. Исследование было APEX, оно исследовалось у больных, у которых была и
нормальная функция почек и снижение скорости клубочковой фильтрации, и сравнивалось различные дозировки фибоксостату с 80 и 120 мг и плацебо-аллопуринол. Вот, к сожалению, никто первичной конечной точки ни на плацебо, ни на аллопуриноле не достигли, при том, что если на фибоксостате это 44%, ну, 46%, если фибоксостат, дозировка 120 мг. Да, можно следующий? Нет. Не работает. Хорошо, пробуем следующее. Нет, не так, как нужно. Основной, весь самый страшный вопрос, в чем у нас сейчас заключается? Мы вернулись к тому, что ограничение использования фибоксостата у больных сердечно-сосудистой патологии. Вот если есть ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность, то данный препарат не рекомендуется. Это вот по данным исследованиям КРС. О чем хочу сказать, что вот в этом году на ЮЛАРе это активно обсуждалось и рассматривалось в такой перспективе. Ну, во-первых, мы вообще рассматриваем взаимоотношения между мочевой кислотой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы имеем ее как фактор риска. Поэтому, когда мы оцениваем, кто это такой, да, вот невиновный прохожий или центральный игрок, он является нашим центральным игроком. Когда у нас есть и эндотелиальная дисфункция, и острое хроническое системное воспаление, все это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому я переключила. Прекрасно. Мы... Это мы... Я поняла. Вот в чем весь вопрос. Ну, а мы... Не пальцы, нет. Мы возвращаемся к тому, что, значит, исследование КРС, оно было в срезе, да, таком проведено, и корейцы, к сожалению, не запретили фотографировать свою презентацию, у них было выложено на слайде, но то, что было опубликовано по исследованию, 2020 год, все было зависит от того, что, как оценивали, длительность приема препаратов уроснижающих, как фибоксостата, так и аллопуринола. И что выявили-то? Видите, вот на старте у нас начало приема уроснижающей терапии, это приводило к развитию, да, достоверно связанной с острым инфарктом миокарда и головного мозга, и вот кровоизлияние в головной мозг. То есть у нас получается, что резкое изменение уровня мочевой кислоты будет приводить к серьезным сердечно-сосудистым событиям. То есть вот такая была высказана гипотеза. И самое интересное, что появилось для обсуждения, это острая сердечно-сосудистая подагрическая атака. Об этом вообще не говорили, это совершенно новое, что сейчас обсуждается. Если мы знаем, что, значит, аллопуринол, фибоксостат назначаются через несколько недель после острого приступа подагры, то почему острый приступ подагры или колебания уровня мочевой кислоты не могут влиять вот на, собственно, сердечно-сосудистые события? То есть получается так, что недавний приступ подагры или, да, его резкое колебание, как инициация, например, уроснижающей терапии, все может приводить к сердечно-сосудистым событиям. Почему это не рассматривается с точки зрения о том, что это такая же острая сердечно-сосудистая подагрическая атака? Новый термин, только сейчас он активно начал обсуждаться, об этом не придавали этому особого значения, но теперь рассматривается и в таком разрезе, что, оказывается, некоторые сердечно-сосудистые события у больных с подагрой, они могут расцениваться как такие приступы. Я переключила, у меня нет. Мы на самом деле подходим к концу, но пока у нас не очень. Нет, пока. Мне кажется, там то же самое видно на слайде. Да. И что дает нам замена одного препарата на другой? Да, мы смотрим, самое важное – это целевые цифры, которые мы пытаемся достичь. Конечно же, мы можем поменять дозировку с 80 на 120 мг, но смотрим, замена фибоксостата 120 – это 300 мг аллопуринола. И вот в сравнении исследования аллопуринол меняем на фибоксостат 80 мг. И вот конечной точки, когда мы поменяли фибоксостат на аллопуринол, достигло всего 17%, а при обратной замене до целевых цифр 64%. Поэтому просто по вниманию, насколько по своей эффективности быстро работает. Наверное, переключилась, я так думаю, да, наверное, сейчас у нас тоже это все появится. Есть, нет, наверное, не знаю.
Да, то, что у нас проводится активно школа по подагре, да, подагра в 21 веке, и рассказывается также о всех проблемах всех пациентов, у которых есть подагра. Пожалуйста, направляйтесь на сайт подагра.про, где доступным языком рассказано все про подагру, сказано про диеты, все различные варианты вопросов, которые волнуют пациентов, они найдут там много ответов. Вернусь к вопросам вакцинации, которым сегодня мы уже говорили. Конечно же, чаще всего на прием к ревматологу приходят и спрашивают, какие вообще можно ли делать, какие вакцины можно делать. Поэтому у каждого есть свое мнение по этому поводу, но, в общем-то, всегда это будет зависеть и от статуса пациента, и решений, там, изменения сроков вакцинации. Но самое важное, что мы предпочтительно это делаем до начала иммуносупрессии. Если есть такая возможность, да, такие пациенты, то стараемся делать так. Конечно же, безопасно вводить это неживые вакцины, независимо от той терапии, которая она будет проводиться. В рекомендациях Европейской лиги ревматологов написано, что вакцинация обязательно против гриппа и пневмокока. Также стоит проводить столбнячный анатоксин и вирус папилломы человека. Отдельно обсуждаются. Ждем, да, отдельно гепатит А, гепатит Б, который также проводится пациентам вот с аутоиммунными воспалительными ревматическими заболеваниями и иммунокомпетентные члены семьи, которым также вакцинация будет проводиться в соответствии с рекомендациями по пероральной там вакцине полиомиелита. Следует избегать живых аттенуированных вакцин в течение 6 месяцев жизни новорожденных от матерей, которые получали любую терапию биопрепаратами, особенно во второй половине беременности. Поэтому здесь есть свои такие ограничения. Про нашу вакцину сейчас, к сожалению, ничего не скажу, потому что нет у нас данных по этому поводу. Та небольшая когорта, да, пациентов, которая проводилась, не было сказано, были ли у них ревматические заболевания, но я думаю, что, скорее всего, нет. И существует центр поддержки пациентов с COVID-19, ссылку на сайт revmacovid.ru. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, там очень много на них ответов. Спасибо большое за внимание. Возвращаю. Спасибо. Да, но некоторые трудности возникают, когда мы и туда, и сюда, но только надо понимать, что аудитория там больше, чем здесь. Да, поэтому нас слышали там. Мы идем на некоторые трудности. Просто тут у меня разгорелся вопросная тема с, да, геморрагическим синдромом. Нет, совершенно не имеет отношения на эликвис, на ксарелта. Я пытаюсь выяснить, чем кормили пациента. Выясняется, что он и заодно получал и аспирин, и плавикс, и ксарелта. И были геморрагии. Ну, да, это пятерная уже такая, пятерчатка. Вот, ну ладно, это вопрос не для всей аудитории, просто ну, параллельно идет. Хорошо, какие вопросы есть выступающим? Ну, я единственное, пока вы готовитесь к вопросам, я хочу сказать, что товарищ Цурко там про эритроциты что-то такое брякнул, но вообще-то эритроциты не гемолизируются, никакого гемолиза не описано. Вот. Там была такая тема, она появлялась, но потом она исчезла, и, слава богу, не надо это обсуждать. Вообще там разрушение клеток, деструкции клеток нет. В этом проблема большая, что там воспалительный ответ идет без деструкции клеток. В отличие от других ДВС-синдромов, когда они острые, там именно разрушение клеток, и, соответственно, мы видим острейший ДВС-синдром. А здесь именно какой-то запускается вот аутоиммунный такой большой компонент, и все остальное на него цепляется. Вот. Но то, что подагра не обостряется, ну, а с чего бы ей, собственно говоря, обостряться? Ну вот все уровни мочевой кислоты, они были низкими. Ну, вот, у тех пациентов, которые были у нас, да, у них все уровни мочевой кислоты даже ниже, чем были. Так они, небось, еще не ели. Да вроде как они себе... Они же худеют все, на много килограмм худеют во время тяжелой инфекции. Вы же про госпитальных пациентов говорите? Да. В семерке лежала?
Ну, у меня лежали в 29-й, например, больнице, да? Да, я да. Ну, 29-й тоже ковидный госпиталь. Да, да, да. Вот, поэтому там больные же очень тяжело с нутритивной частью тоже присутствуют, поэтому, может быть, из-за этого. Ну, это так, это навскидку просто предположение, не более того. Но, к сожалению, это никак не обсуждается. Если я, например, задаю вопрос на любой реуматологической конференции по поводу подагры, то никто не отслеживает. Мы, говорит, мы не берем мочевую кислоту. Ну, мы не берем РФМК, то же самое. Мы не берем. Поэтому, например, доложить или написать те же самые клинические случаи, чтобы их опубликовать. Ну, это вот три человека. Вы публикуйте. Потому что это вот то, что есть. Больше и больше хорошо, нет. Они же не стесняются публиковать по одному. Ну, вот да. То есть ты находишь в зарубежных источниках один случай на лечение. Вообще, вот это, так сказать, общая тема с ковидом сейчас. Мы все время привыкли к доказательной базе, рандомизированные исследования, когорты, тыр-пыр, восемь-дыр. Вдруг выясняется, что все публикуют по одному больному. И эти кейс-репорты становятся базой для принятия решения о том, как лечить. Ну, с этим хиновыми препаратами. Но это же ни о чем вообще были публикации. И вдруг весь мир начал лечить. Ну, сказали, ребята, да они же умирают от этой хины. У нас, кстати, в рекомендации осталась хина. Еще вопросы? Все в испуге и в шоке, потому что... Ну, потому что, вот, понимаете, сместилось какое-то сознание у всех. И начались... Ну, во-первых, заметьте, что поиски идут дорогостоящих препаратов. Пытаются воткнуть всякие антительные и прочие препараты, что... Да, ну... Почему только один? Нет. Полно этих препаратов, да. И все без доказательной базы. Мы-то говорим о том, что, ну, как минимум имеет многолетнюю, многодесятилетнюю, так сказать, терапевтическую эффективность при самых разных инфекциях и неинфекциях. Ну, смешно, я открываю любую, вы в Википедию зайдите, откройте там везде гепарин, плазмы, ФРС и ЗЗП. Это стандартное лечение тяжелых ДВС-синдромов при самых разных заболеваниях. Почему мы здесь это не используем? В чем, так сказать, тупость неожиданная? Википедия – это, так сказать, ругательное слово для любого, да, врача, хотя я и пользуюсь с удовольствием, но тем не менее, да, это же не источник знаний, но там все это написано, но нет. Нет. Это я нашла информацию, ту, которую... Нет, у нас его не было. Да, да, это... Да. Но он просто повышает уровень мочевой кислоты, да. После отмены препарата через 2 недели проходит уровень мочевой кислоты, то есть как только убирается сам препарат, все возвращается в норму. Угу. При том, что у него тоже нет доказательной базы. Нет. Ну, я думаю, что разборки будут многолетние еще с этой всей историей, что мы наделали и как нам дальше из этого вылезать, потому что, я еще раз повторяю, вся доказательная медицина уничтожена, считайте. Да, статьи, которые выходили, они вообще не проходили никакого лицензирования. Знаете эту историю со статьей, где вот было показано как раз хинные препараты, да, и выяснилось, что там первичного материала нет. Вообще просто так люди написали. Может, не просто так, но в общем. И весь мир, да-да-да, давайте. Еще вопросы? Ну, хорошо, тогда давайте мы будем заканчивать. Мы немножко перебрали со временем, но немного. Значит, у нас дальнейшая наша работа. По-видимому, здесь мы сможем продолжать работу, и школы будут идти по расписанию. Во всяком случае, я на это очень надеюсь, что Хазиева нас сюда пустят обратно. Вот, мы не очень нарушили какие-то их условия. Значит, то, что было на Маховой закрыто, нас туда не пускают. Студентам читают лекции заочно. По анатомии, вы понимаете, по анатомии лекции заочно – это самое то, что вообще может быть. Вот.
Мне трудно все это интерпретировать, но по факту так. Вот. Будет в результате то, что будет. А что? А без доказательной медицины мы проживем? Проживем. Вот. Поэтому пока, значит, маховая не открыта. Значит, у нас мы перенесли с мая, по-моему, да, награждение академика Полиева нашей премии имени Дмитрия Дмитриевича Плетнева. Он сидит сам за рубежом, сын будет как бы виртуально получать эту награду, и сын же будет, Полиев-младший, будет выступать с лекцией, не помню там какой, но, в общем, посмотрите. Ну, если я правильно помню, старший тоже попробует подключиться. Не, он попробует подключиться, но младший будет выступать с лекцией 23 числа, то есть мы в форме вебинара проведем это заседание. Границы-то мы стерли с помощью интернета за это время. Да, границы мы точно стерли, потому что я тут просто по перечню тех, кто здесь присутствует у меня сейчас в ленте, я уже вижу, что это международная конференция, международное заседание у нас с вами. Вот, и пожилой больной, наш традиционный, да, 25-й раз в этот раз, мы не будем никаких устраивать праздничных мероприятий, потому что, ну, трудно мне понять, как все это будет выглядеть, но, тем не менее, 25-я конференция, приходите, она будет 31-го, как обычно, там вход свободный, регистрация с 9, да, у нас начинается. Регистрация начинается с 9, единственное, что я напомню, что регистрация электронная, поэтому сначала на сайте регистрируйтесь, и туда приходите, только считываете QR и получаете бейджик. Если вы этого не сделаете, все то же самое придется делать там. Ну и у нас будет полноценная двухдневная программа. По внедрению технологий. Но теперь это модно, теперь это называется бесконтактная регистрация. Нет, но я хочу заметить, весь зал поднял руку, что все слушают вебинары, значит, все-таки это все работает. Ну, пустоту это все. Это было очень приятно увидеть. Но, тем не менее, будет большая насыщенная программа на все два дня, полноценные все секции, то есть по научной составляющей конференция ничем не урезалась, хотя мы постараемся, конечно, ее также транслировать, как и сегодняшнее заседание, но шансов, что все секции получится охватить, не очень велики, поэтому все-таки приходите, приходите очно, да. Лучше прийти очно. Будет и сестринская секция, как обычно, то есть весь наш набор эндокринологии, неврологии, все по полной программе, кардиология. А пульмонологии, вот, по-моему, как раз пульмонологии не будет в этот раз. А потому что заяц с ковидом связался, пропал. Но будет ковид. Ну, ковид секция. Будет, да. Секция по ковиду будет. Кстати, он на нее придет. Он будет рассказывать о своем опыте пульсотерапии, которая здесь не была принята в рекомендации. Причем он автор этих рекомендаций. Она не была внесена. Перевеснир говорит, английские ученые открыли эффективность дексаметазона. Друзья, ну здесь это все написано уже. Да, статьи, какие-то рекомендации его общества в наших рекомендациях написано про пульс-терапию, глюкокортикостероиды, ну какая нам разница? Мы же понимаем, что дексаметазон от этого самого метилпреда не отличается ровно ничем. Ну, английские ученые весь мир рукоплещет. У нас это точно было раньше сделано. Ну нет, с пенициллином все-таки мы не раньше, мы как бы параллельно сделали, независимо. Нет, там не раньше.